Сразу два новых объекта сегодня были открыты в Астане. Свои двери перед учащимися распахнули школа номер 84 и Казахская национальная академия хореографии. Разделить радость новоселья с учителями, школьниками и их родителями прибыл президент страны Нурсултан Назарбаев. Этот лицей, рассчитанный на 1200 мест, позволит разгрузить другие общеобразовательные заведения, расположенные на левом берегу столицы. Более 400 детей уже зачислены в Национальную академию хореографии. Обучать их будут от азов балетного искусства до уровня магистрантов и докторантов. Принцип работы академии и ее материально-техническая база не имеют аналогов во всей Центральной Азии. Учебные жилые корпусы, оснащенные согласно всем хореографическим требованиям, возведены полностью за счет спонсоров. Убежден, что со временем Казахстанская академия хореографии станет одним из ведущих центров подготовки мастеров балета и танца во всей Евразии. Причем не только исполнителей этих жанров, но и специалистов в области режиссуры, постановки, арт-менеджмента, искусствоведения, сценического оформления. Все эти специальности у нас сегодня не готовятся. Поэтому считаю, что в академии есть большое будущее. И у вас у всех есть большое будущее. С чем еще раз поздравляю.